Привет! Две машины в большом городе должны парковаться в специально отведенном месте. Давай посмотрим, где и как машины паркуются. На место номер один припарковалась пожарная машина. На место номер два подъехал трактор. А на место номер три легковая машина. На место номер четыре подъезжает машина скорой помощи. На место номер пять заехал резвый мотоцикл. На место номер шесть – машина Хаммер. На место номер семь – машина такси. На место номер восемь – припарковалась полицейская машина. На место номер девять – заехал автобус. И последнее место на парковке осталось под номером десять. Всегда едет грузовая машина.